Добрый день. Представляем вашему вниманию полуавтоматический этикировщик модели АЭ-1, выполненный в специсполнении. Особенность данной модели – это возможность работы с очень маленькими, хрупкими, стеклянными и уже наполненными шприцами с маленькими диаметрами от 6 мм. В демонстрации мы будем этикировать наполненные шприцы, то есть с выдвинутым штоком, шприцы двух разных видов и диаметров. Этикетка полностью прозрачная, и для того, чтобы вам было ее лучше видно, мы ее закрасим. Шприцы, соответственно, со стерильным препаратом. Перенаводку между разными видами и разными диаметрами происходит считанные минуты, если она и будет необходима. Давайте посмотрим.